Не придумать более неприхотливого осеннего растения, чем очиток. Вот смотрите, сейчас сентябрь, оно вовсю цветет и будет цвести до самых-самых холодов. Вот, замечательный очиток, несколько слов про него. Нынешнее лето было жарким и относительно засушливым. В нашем тактильном саду на Рязанке были проблемы. Высокие грядки пересыхают гораздо быстрее, чем обычные, а поливают их здесь вручную, леечкой. Поэтому была установлена очередь на полив. И грядка с очитками обыкновенными, а это именно они, была последней в этой очереди. Ну, это и понятно, очитки, а их великое множество различных форм, сортов, это все суккулёнты. То есть растения, которые запасают влагу, ну, например, листья. Посмотрите, какие листья у очитков. И поэтому очитки прекрасно пережили это лето. Ну, настоящая находка для тех, у кого либо нет воды поливной, либо руки не доходят до полива. А еще очитки удивительные. Удивительно неприхотливые, легко размножаются черенками или делением куста. Вот срежете цветочек, поставите в воду, 2 недели он у вас уже укоренится.